17 июля состоялось торжественное открытие Кубка России по мотоболу. В этом году он проходит у нас в Видном. В течение недели будет сыграно 13 матчей, в которых примут участие 5 команд. Все спортсмены готовились к соревнованиям, и у наших мотоболистов есть достойные соперники. «Металлург» боролся, всегда борется за первое место. Мы 24 раза владели Кубком Советского Союза России, поэтому, естественно, хотелось бы выиграть его 25-й раз у себя дома. Это, конечно. Но, тем не менее, две команды, вот «Агрокомплекс» и «Колос», я думаю, составят достойную конкуренцию. Ну, бороться, естественно, будем, готовились, отступать некуда. Первый день состоялось 3 игры. Начали борьбу «Колос» и «Заря». Результат матча 7-2 в пользу команды из Ипатова. Следующими на поле вышли «Ковровец» и «Агрокомплекс». И здесь единственный гол забил Владимир Царев, капитан команды из «Коврова». После чего состоялась торжественная церемония открытия Кубка России. Началось все с парада участников и приветственных слов. Я приветствую все команды. И по поручению главы Ленинского муниципального района Ленцеля Валерия Николаевича хочу пожелать всем зрелищных, интересных игр, поздравить с этим соревнованием и объявить открытый Кубок России по мотоболу 2018 года открытым. Также во время открытия золотыми медалями за победу в первенстве России была награждена наша юношеская сборная. Владислав Жалбе, парень целеустремленный, считает, что стоять на одном поле с такими легендарными игроками – большая честь. Он только второй год занимается мотоболом, но уже получил возможность представлять нашу команду на российских соревнованиях. Если честно, было трудновато, я первый раз поехал. Я бы хотел сказать спасибо моему тренеру, то, что он поверил в меня. Он, конечно, сомневался, но все-таки дал мне шанс, и мы взяли это золото. Соревнования продолжились сразу после церемонии открытия. Завершил первый день игр блистательный матч команд «Металлург» и «Заря». И именно в этой игре наши спортсмены показали свой настрой на победу. Мячи залетали в ворота соперника один за другим. Анатолий Касьянов с самого начала пошел в атаку и тут же забил. Кубок России – это гордость для меня. Ну, как бы, чтобы его завоевать, я не знаю. Я перешел в эту команду в том году, выиграл чемпион России. У меня просто впечатления были не описать просто. Я был очень рад. Ну а завершился матч с разгромным счетом 16-1 в пользу видновских мотоболистов. Только капитан команды Владимир Сосницкий принес 6 очков. Кубок России всегда интересный. Ну, как знаете, что мы в чемпионате проиграли команде Ипатова. Вот будем стараться брать матч-реванш. Прийти и поддержать наших ребят в рамках этих соревнований можно ежедневно. А долгожданная ответная игра с «Колосом» состоится 19 июля в 19:00. Алексей Мельников, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.